Десятки сочинских бизнесменов получили домашнее задание. В Краснодарском крае проходит онлайн-интенсив по запуску интернет-магазина. Это одна из мер поддержки предпринимателей в период пандемии. О том, как проходят уроки в сети, расскажет Максим Емельянов. Живой диалог, общение с залом, отклик публики. Этот творческий вечер Михаила Казиника прошел больше месяца назад. Сейчас в условиях ограничений организаторы мероприятий ищут новые варианты. Структура трафика сильно очень меняется, и люди по-другому начинают выбирать. Марьяна Писаренко готовится создать интернет-портал, где зрители из любой точки мира смогут слушать образовательные лекции. Чтобы запустить проект, она записалась на бесплатный онлайн-интенсив. Время показывает и диктует такие правила, что надо осваиваться и все-таки какие-то проекты возможно заводить в онлайн. Для начала я хочу вообще понять, как это все работает, те инструменты, которые нам должны дать в рамках этого семинара. Илья Тимошин, один из модераторов интенсива, открыл свой первый интернет-магазин 10 лет назад. Сейчас делится опытом с новичками. Организаторам уже на старте пришлось расширить виртуальную комнату для участников чата. Записались больше 2500 человек. У нас часто люди после интенсивов, после семинаров сами понимают без опыта, как собрать без программистов сайт. Это нетрудно сделать. А с другой стороны, у людей есть уже доверие к интернет-покупкам, потому что интернет все глубже и глубже проникает в нашей стране, а тем более в сегодняшних условиях.